Что-то я вам сегодня целый день показываю видео из интернета, но с другой стороны, если хороший контент, то почему бы и не показать? И в конце этого ролика я прикреплю очередное видео из интернета. В первом комментарии под этим видео написали: «Видимо, собирается на свидание». А теперь представьте, что если бы такой номер использовал мужчина, то он бы сразу поехал в чистую и прохладную страну Коми пилить лес лобзиком. А вот почему-то баба может светить своим вареником и всем остальным, что у нее есть, в том числе и на глазах у детей, и ее за это никак не наказывают. Что это как не дискриминация? Если мужчина трясет своими причиндалами в общественном месте, то значит, что он извращенец и педофил, его нужно наказать по всей строгости закона. А если баба делает то же самое, то к ней отношение совершенно другое. Ну, напилась, кем не бывает, надо понять и простить.